Туве выделено 470 миллионов рублей на продолжение строительства спортивно-культурного комплекса в поселке Кахем. Председатель российского правительства Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении субсидий в 2018 году в размере более 3 миллиардов рублей регионам на строительство спортивных объектов. 1 миллиард рублей получит Калужская область на строительство дворца спорта в областном центре, 580 миллионов пойдут на строительство универсального зала в Саранске. Еще 500 миллионов направлено на возведение центра волейбола в Новосибирске. Тува получит 470 миллионов, Дагестан 224 миллиона, Астраханская область 196 миллионов, Московская область 242 миллиона. В Саратовскую область направят 60 миллионов рублей. Напомним, что спортивно-культурный комплекс строится в поселке Кахем. Он будет представлять собой двухэтажное здание общей площадью около 6 тысяч квадратных метров. В его состав войдет универсальная арена, предназначенная для проведения крупных соревнований и культурно-массовых мероприятий, и залы для занятий игровыми видами спорта, стрельбой из лука и борьбой. И о курсах валют: доллар стоит 56 рублей 95 копеек, евро 70 рублей 53 копейки.